Сегодня в Мариуполе с утра произошло 16 порывов трубопровода, из них 6 только на левобережье. Как рассказывает заместитель городского головы Михаил Когут, большое количество порывов происходит из-за плохого состояния инженерных сетей. Чистое состояние сетей, я думаю, процентов, боюсь ошибиться, но точно не ошибусь, если скажу 60%, а то и до 80% состояния вот таких сетей нашего города, водопроводных сетей. Ну, по сетям это комплексная программа должна быть по замене этих сетей, иначе, что бы мы ни делали, не заменив сети, мы будем иметь постоянно такие аварийные ситуации. Также порывы водовода происходят из-за увеличения давления воды на трубопровод, что чаще случается в летнее время из-за поливов огорода в частном секторе и несанкционированных подключений. За май месяц мы там 19 по частному, ну, по частным лицам, 14 по коммерческим лицам, где несанкционированно подключены и питаются водой. Михаил Когут также отмечает, что большой проблемой в устранении аварий является их нахождение. Порывы бывают, которые видимые, которые мы можем устранять. Есть порывы, которые они незаметны. Мы находим их только через время, когда они попадают либо в сопредельные сети. Это тоже большое количество потерь. По словам коммунальщиков, для устранения порывов по городу привлечено большое количество людей и специальной техники, чтобы люди как можно поскорее могли пользоваться питьевой водой.